Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Рыболовные войска Димитровграда. И несмотря на то, что за окнами уже минус, думаю, пришло время подвести итоги уходящего сезона открытой воды наших совместных с сотрудниками полиции и рыбоохраны общественных рейдов по реке Большой Черемшан. По очистке этой реки от мусора, коим и являются браконьерские орудия лова в черте города. В принципе, начали мы с самого растления льда, и в основном это вначале были сети именно зимние. Вместе с зимними старыми сетями, ушедшими собирая все на своем пути льдинами, оторванными весенним течением, на реке Большой Черемшан с раннего апреля уже начали показываться и свежие, недавно ставленные браконьерские сети. Именно в это время активно готовятся к нересту, а некоторые уже нерестится, обитательницы наших водоемов и любительницы многих рыболовов за свое сопротивление при поклевке хищница-щука, которую в начале сезона и начинают выбивать браконьеры в местах ее нерестилищ. Лед растаял, а вместе с ним до конца растаяли и концевые урезы брошенных сетей. Поэтому первые весенние уловы составляли в основном сети уже с мертвой рыбой, ракушками и раками. Вода потихоньку прогревалась, и рыба начала подниматься к местам своих нерестилищ. Но тут Черемшан принял другой удар – от Волги-матушки. Точнее, не от самой реки, а от безграмотного руководства Жигулевской ГЭС. Итак, значит, находимся мы сейчас в районе Наяновских островов, они вот по левую сторону у нас, вот где я сейчас хожу, да, вот этот вот огромный остров, которых по Черемшану сейчас оголилась целая куча, да, вот по идее тут сейчас надо мной должно быть около 2 метров воды по нормальному течению вот этого русла. Но, как видите, я здесь свободно хожу, воды нет. Черемшан принял удар. Удар, который отразится на водно-биологических ресурсах немного позже. Вот это все аукнется примерно так. От 3 до 7 лет. То есть плотва, она 3 года растет, допустим, 4. Ну, до размера промыслового. Щука там за 4 года около 2 килограмм будет. Для кого-то это оказалось катастрофой. А вот живущие одним днем браконьеры увидели в этом только пользу. Вся рыба скатилась в русло реки и ямы и стала легкой добычей потрошителей Черемшана. Период нерестового запрета на защиту водно-биологических ресурсов активно подключились и другие силовые структуры Ульяновской области, с которыми в совместных рейдах также участвовала и общественность. Несмотря на агрессивные проявления некоторых браконьеров по сравнению с прошлым годом нерестового периода, в этом году обстановка на реке по количеству сетей и нахождению браконьеров и их станов на берегах значительно уменьшилась. Рейды по открытой воде сезона 2012 года продолжились.
В летнее жаркое время сетей попадалось мало. В низовьях реки плавали вятели, а в городе в это время активировались раколовщики, которые продолжили свой незаконный промысел рака до поздней осени. Авраль, спасалка, раколовка. Раколовка. Минимальное количество сетей лета и сезона начала осени резко сменилось при похолодании воды. Понижение температуры поспособствовало выходу рыбы из камышей и заливов в поисках зимовальных ям и глубин для комфортной зимовки. Тут-то вновь и объявились браконьеры. Причем объявились они, нисколько не скрывая своих личностей и намерений в незнакомом вылове. А еще агрессии не только к общественности, но и сотрудникам полиции. Вас все равно видим, Дим. А? Где ваш там этот, блядь? То, что мы присутствуем с ними на рейсе. Живой, где? Живой, где? Давайте, живой, лист, живой. Постоянные ночные стычки с браконьерами в черте города участились и переросли в прямые угрозы в адрес общественности. Своим поведением браконьеры показывали лишь одно. Рейды общественников и полиции ой как мешают расхитителям водно-биологических ресурсов осуществлять свой незаконный и преступный промысел. Снимал сетку, чуть выше спасалки. Да. А, слышь, что я тебе в натуре, бля, буду, сука, ваш хуйню причешу. Угу. Ты что делаешь, что творишь, бля, буду, а? Я тебе в натуре ноги сломаю, ты, блядь, забудешь, бля, буду, где речь ты находишься. Я тебе не на воде встречу, я тебе так встречу, хуеплёт ебаный. Ну нахуй, ёпта. Вот. Пизда тебе, понял? Сука, и ходи, бойся, оглядывайся, я тебе спать спокойно не дам нихуя, понял ты? Хуеплет ебаный! Чёрт! Я надеюсь, ты меня открыл! Как бы то ни было, число общественных рейдов в сезоне 2019 года по сравнению с предыдущим годом возросло. Люди оказывали поддержку как моральную, так и финансовую, на горючие смазочные материалы на организацию и проведение мероприятий. На Черемшане не только возросло количество законопослушных рыбаков, но и, по мнению большинства из них, возросло количество рыбы. Популяцию некоторых пород, из которых уже давно просто не видели, черте города. Руслов, скажи. Продолжайте делать то, что делаете. Рыба прибавилась. Что касается именно количества рыбы, ее стало гораздо больше. Ловится, как и белая рыба, стало очень много сазана, судака. То есть это свидетельствует, конечно, о том, что рыбу сетями стали ловить меньше. Их даже визуально практически нет, не видно. То есть эффект вообще огромный. Огромное количество рыбы, которая в основном являлась сорной, либо не подающей признаков жизни, общественники рыболовных войск на безвозмездной основе передавали в питомник для бездомных животных и просто раздавали прохожим людям на улице. Молодцы, ребята. Молодцы. Всегда отзываются на помощь. Благодарны, не знаю как. Молодцы, ребята. Вся рыба, подающая признаки жизни, выпускалась обратно в реку в целях сохранения и популяции водно-биологических ресурсов реки Большой Черемшан. Квакай, Жан. Давай, уходи. Браконьерские же орудия лова либо уничтожались сразу, либо передавались на базу рыбоохраны. И впоследствии также были уничтожены. Ну и, в общем-то, подводя итоги прошедших 62 общественных рейдов, проведенных совместно с сотрудниками полиции и рыбоохраны, давайте уже перейдем к цифрам. И так, общий итог за 62 рейда, прошедших в 2019 году, из реки Большой Черемшан было изъято и уничтожено 682 сети, а это около 70 километров браконьерских орудий лова, большая часть из которых так и осталась бы брошенными в реке собирать рыбу. 341 раколовка, а это порядка 2 километров браконьерских орудий лова, в которых погибают не только раки и рыба, но и речные обитатели андатры.
77 экранов и косынок, 11 вятелей и 12 морд. То есть вот такой вот ущерб получили люди, которые не желают законно ловить рыбу, которые воруют не только у государства, они в первую очередь воруют у нас, у каждого жителя этого нашего города. Ну и перейдем к цифрам, которые были потрачены, да, на вот эти вот рейды. За сезон 2019 года на проект «Чистая река» ушло 424 808 рублей. Это включая ГСМ, включая организацию, включая все-все-все от начала до конца. Винты, стоянка, лодки, все. И плюс поддержка и всех участников этих рейдов, всех ребят. То есть это уже делают бизнесмены нашего города. Они именно помогают финансово, за что им отдельная благодарность. На этом мы не останавливаемся, впереди зима. А первый лед твердой воды 2019-2020 года в самом начале показал, что Челимшан, не успев покрыться хорошим слоем льда, уже с первых дней ежедневно грабится браконьерами. А вон чувак с пешней ходит. И он собирается, собирается ставить сеточки. Шагай, шагай, мери, мери. По многочисленным сообщениям рыболовов, черта города Димитровграда от водозабора до Олимпа уже вся в сетях и косынках. На ямах песков и водозабора орудуют как шкуродерщики, так и косынщики с сетевиками. Опрос, проведенный в группе рыболовные войска Димитровграда, показал общественное мнение людей по поводу общественных рейдов. И в огромном большинстве, несмотря на короткий срок опроса, люди поддерживают общественные рейды, видят от них толк и хотят продолжение. Рейды будут продолжаться, и нам важна ваша поддержка. Только вместе мы способны навести порядок на этой реке и просто-напросто выходить и кайфовать, ловить и отдыхать на этой реке, не боясь, что мы запутаемся, не боясь, что мы что-то оборвем, и наслаждаться рыбой. От лица, думаю, всех рыболовов города Димитровграда не только, выражаем огромную благодарность тем людям, так или иначе связанных с организацией и проведением общественных рейдов. За огромный и неоценимый вклад в сохранение и привлечение водно-биологических ресурсов реки Большой Черемшан выражаем благодарность Димитровградской местной общественной организации охотников и рыболовов «Родимый край», без помощи и участия которых этих рейдов, возможно, бы вообще и не было. Благодарим за поддержку начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Димитровградский, полковника полиции Сергея Петровича Карпова, сотрудников полиции линейного отдела внутренних дел Коулиановской области. Благодарим такси «Свежий ветер» за сбор и развоз наших бойцов на мероприятие по очистке Черемшан. За безвозмездно предоставленное масло для моторов лодок участников общественных рейдов благодарим руководство магазинов «Масло Плюс» у переезда и магазин «Тройка» в старой части города. За предоставленную экипировку благодарим руководство магазина ДК. Выражаем благодарность рекламному агентству «Фломастер» за безвозмездно изготовленные печатные продукции. Благодарим каждого человека, переводившего нам средства на горючие смазочные материалы и расходники. Всех подписчиков канала и сообщества «Рыболовные войска» за добрые мотивирующие комментарии. «Чистая река» – это наш общий проект и общее дело, которое довести до финального положительного конца мы можем только вместе и сообща.